Мед с солью – это натуральный заменник креатину, а также предтренику. Так ли это? Давайте начнем с того, то, что мед с солью в принципе могут улучшить эффективность вашей тренировки. Все довольно-таки просто, ведь мед – это простые сахара и быстрые углеводы. А быстрые углеводы на тренировке – они дадут вам топливо, то есть энергию для вашей тренировки. Тем самым она будет более эффективна. А соль, то бишь натрий, она поможет вам на тренировке чуть-чуть задержать воду и сохранить электролиты также для вашей тренировки, ведь с потом мы их тратим. Тем самым это даст вам хороший памп и частично, возможно, улучшит вашу выносливость. Да, в теории мед и соль неплохое сочетание, и оно частично может улучшить эффективность вашей тренировки, но не надо искать никакой панацеи в этом и чудо-таблетки. Тот же мед можно заменить на зефир либо мармелад на быстрые углеводы. Также плюс соль, натрий. Вот и все. А притреник уже так точно не сможет заменить мед с солью. Ведь в притренике содержатся аминокислоты, такие как бета-аланин, аргинин, цитрулин и другие аминокислоты, которые есть в белковой пище, а в меде с солью их нету, поэтому никак оно заменить его не может. И креатин в теории оно также не может заменить. Поэтому вы должны понимать, что мед с солью никак вам не заменит креатин и притреник. Мед с солью просто частично может немножко улучшить вашу тренировку и дать вам больше выносливости и эффективности, и увеличить ваш памп. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в шапке профиля. Там я ежедневно публикую много полезной информации именно для тебя.